Здравствуйте. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Викторов Алексей, 28 лет, 1,80 м, 82 килограмма, длина руки, я шучу. А школа драмы Германа Седакова, актер по образованию. Так, а скажите, какие-нибудь самые запоминающиеся роли, которые играли? Самые запоминающиеся? Да. Да, не все мне запоминающиеся. Да, самые любимые, что вы играли? На самом деле мне понравилась роль у режиссера Романа Трофимова, это я играл роль соседа. Очень уже была такая забавляющая роль. Я играл спортсмена-соседа с огромной собакой, которая была практически выше, чем я. Спасибо.